Когда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рейком? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче... К тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Представь, на что он готов теперь. Стараюсь не думать. Сэм, слушай. Он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Про него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. Так что, он остался прежним? Кто? Собор? Да. Ну, в общем, да. Но это было давно. Я плохо помню. Кран, взрывчатка. Я смотрю, пропажа креста заставила Рейфа понервничать. Да. Чуточку. Да. Думаю, Эвери после тропиков тут тяжеловато пришлось. Ха, я его хорошо понимаю. Ха, ну да, в смысле, после тюрьмы. Но ты не представляешь, как я скучал по нормальной зиме. Должно выдержать. О, это мысль. Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Черт, пригнись! Ладно, закончили. Да. И я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да. Вот это расположение. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Может, нам повезло, и они там подорвались? Так, орел или решка? Класс. Динамит. Осторожней с этой хренью.
Эй, я открыл дверь. Это было очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметим. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забраться? Да. Слушай, посмотри-ка. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Быть и хуже. Да. Уходим, пока никто не нагрянул.
Ну, пошли. Так, теперь... Класс! Есть! Осторожно. Нейт, ты как? Я цел. За мной. Зацеплюсь. Фух. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научу. Ну, тогда попробуй. Вот видишь? Неуклюже. Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Подсади. Давай, я подтяну тебя. Ну-ка, давай. Спасибо. Все. Поехали. Брат обошел. Даже весело. Мне нравится. Будет левый, мой правый. Стой. Мне точно не послышалось. Тут ничего нет.
Это еще что? Я что-то слышал. Что? Что это? Есть там что? Ничего, брат, все чисто. Прямо за стенами. Спускаемся. Блеск. Этот урод за все платит. Как думаешь, что бы сделала с тобой Надин? Я исполнял ее приказ. Ну что бы она сделала? Шкуру бы спустила. Точно. Так что иди лучше, проветрись. Этот кретин думает, что может мне указывать. Эй, я что? Красиво. Мы чуть не попались. Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. Сэм, сюда! Класс. Ugh!
Отдышись. Там опять спуск. Вот, черт! Ладно. Смог он, смогу и я. Круче, чем с моста на тросе. А ты что, когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. А, так вот чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Ну, еще по мне стреляли. Меня взрывали, били. Пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Вот и все. Не совсем. Чтобы пересечь ущелье, нужно забраться еще выше. Надеюсь, это был последний спуск. А то уже камней полные штаны. Земля. Помоги мне! Давай! Есть! Давай! Всё, давай! Мы на месте! Это точно! Боже мой, вот это да! Склеп имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Давай найдем могилу. Похоже, Рейв тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Ну а вдруг ему повезло? Надеюсь, что нет. Нейт, посмотри, здесь есть пара сабель. Как на свитке из креста. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. Так, скрещенные сабли, череп и кости, 1659-1699. Найдем такое надгробие, и дело в шляпе. Ну, осквернем. Давай. Нет черепа и костей. Кельтский крест. Но могила не та. Ну что, такие же сабли.
И год верный. Сэм, сюда! Что, нашел? Вот, Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут в сторону. Что это? Ты готов? А я-то давно готов. Что тут у нас? Это склеп. Но склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Это монах писал. Банда в сборе. Иисус. Слева Дисмос. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником. Грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Наверное. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Ну ты посмотри. Свет идет с той стороны стены. Так, посмотрим. Я направлю свет. Удалось. Получилось вроде. Вроде верно. Все, Нэй, получилось. Похоже на созвездие. Да, это весы. Весы правосудия. Интересный выбор для шайки пиратов.
Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Есть одна проблема. Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Черт. К чему заставлять его ждать? Дальше будут молчать. Сходим, проверим сами. Есть что-нибудь? Тут никого. Что за... А, черт, кто там? Может, это наш кролик? Видно что? Ничего, порядок. Она выкинула его из окна пятого этажа. Он выжил? Так. Ох ты. Вот уж точно повезло. Аукцион охранялся. Ну не надо. Ну не надо. Я имею в виду, не стоит их недооценивать. Но и сгущать краски тоже не стоит. Ясно? Могло быть и лучше. Ну, мы все еще дышим. Уже хорошо. Давай откроем ворота.
Сэм, ты готов? Да. Но... Ну, ты как? Отлично. Я, конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы слишком легко. По моему опыту, да. Плюс я не слежу, что смотри. Да, было круто. Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну, не будем расстраивать Эвери. Эй, как вы там? Слушай, Салли, мы идем по следу, но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Впереди патруль. Я их слышу. Тут очень по-пиратски. От этих так просто не уйти. Да, и чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Нейт, я нашел здесь лестницу. Ладно, иду. Так, давай сюда. Я тебя подсажу. Вот так. О, черт! Я слишком высоко! Ща, погоди! Я жду! Гляну, что там за деревянная штука. Забраться. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично.
нужно забраться! Я сейчас! Я закоченел! Ты же скучал по холоду! Теперь скучаю по теплу! Сюда! Вижу! Молодец! Спасибо! Ладно, наверное, плохая была идея! Охренеть! Поберегись! Обалдеть! Побереги силы! Это еще не конец! Ну, веди! Вроде держит. Совсем растерял форму в Панаме. Да не волнуйся. Максимум потеряешь пару пальцев. Держись! Я тебя подниму. На! Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Наверное, дома. С горячим какао. Тебе что, 5 лет? А ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот и нет. Почти на месте. Вдоль уступа пути нет. Давай подальше от края. Неплохо. Господи. Мы подбираемся к Рейфу. Знаю. Засиделся ты в Южном Судане.
Я теплокровный. Не то... Погоди. Они Так, все чисто. Надеюсь, с ними покончено. Ты осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Кто проводит раскопки динамитом? Наемники. Хотя уж Рейф-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что если тоннель держится только на этой штуке? Тогда и хорошо. Видишь? Все просто. Да, повезло. Сюда, Нейт. Как думаешь, выдержит? Ну, держится. Эй, только аккуратнее здесь. Ах ты ж! Только аккуратно. Спасибо. Так. Все хорошо. Хорошо. Заходим в пещеру. Пещеру? Да, связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно. Короче, я жду вас наготове. Ладно. До связи. Получилось. Ничего себе крюк. Наемники ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. Идем сюда. Хорошо, что я легко позвал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Это что, дверь? Похоже на то. Иди сюда. Посмотри. Склизко. Там ручки или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали.
есть вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Род-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком. Вот это хороший вопрос.